На краю глубокого каньона, прорезанного рекой Касах, стоят древние армянские монастыри Сагмасаванг и Аванаванг. Сагмасаванг когда-то был религиозным, научным и культурным центром средневековой Армении. В 1215 году князь Вачевачутян построил церковь святого Сиона Сагмасаванга и подарил монастырю деревню. Церковь, находящаяся в 5 километрах от Аванаванга, имеет внутри крестовый, а снаружи прямоугольный купольный зал с двухэтажными резницами. В первой четверти 13 века к церкви святого Сиона Вачевачутян пристроил четырехоконный притвор. Библиотека церкви находится на юго-западной стороне главной церкви. Она была построена Вачевачутяном и его женой Харишах в 1255 году в память о их дочери Мамахатун, рано ушедшей из жизни. Церковь Аствацацин, Святой Богородицы, находится на юге церкви Святого Сиона, близ западной стены. Была построена в 1235 году. Кладбище находится на севере от монастырского комплекса, где также есть значимые хачкары-памятники 13-14 веков. Сагмасаванг был образовательным центром. Некоторое время в Сагмасаванге преподавал Григор Татывацца. В 1661 году наместником Сагмасаванга стал Васкан Ереванцы. В 1669 году монастырь был восстановлен отцом Габриэлем. Сагмасаванг значительно пострадал по причине землетрясения 1988 года, однако восстановительные работы 2000 года вернули комплексу былой блеск и роскошь. Спасибо за просмотр. Если понравилось, подписывайтесь и поделитесь с друзьями.